бы рисковать, но нельзя вот так вот ошибаться. Ибрагимович! Продолжается атака Юнайтед. Хитарян спешит к мячу, входит в штрафную площадь. Передача опасна! Грубейшая ошибка Ростова в центре поля приводит к тому, что Манчестер Юнайтед открывает счет. Но для Ростова ничего не меняется. Ты привез этот гол сам себе. Еще раз смотрим на то, как передача на правый фланг идет. Генрих Мхитарян подхватывает этот мяч, делает передачу на Златана. Нет положения вне игры.